Ох, как обескураживающий начался бой для Рената Летифова. И не менее обескураживающий закончился. 10 секунд потребовалось. Но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится. Но и секундантом Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца. Да. В состоянии гроги Ренат Летифов прибывает. Бросился он на Рената, на рефери боя Армена Ананяна, но опыт, что называется, никуда не делся у Армена. Да, не может поверить сейчас Ренат Летифов тому, что он проиграл. Вот так, секундная расслабленность, и как быстро все завершилось. Мощнейший удар всадил своего соперника Карло Капут. Вот говорил я, что никто не проверял доселе уровень этого хорватского бойца. И вот тебе, пожалуйста. Да. Обескуражен Ренат Летифов. Такого не ожидал, конечно же, никто. Ждем мы, конечно же, повторов. Но там, судя по всему, здорово по боксу сработал. Карло Капут показал в корпус и, что есть силы, зарядил размашистым таким кроссом с правой руки. Вложил весь корпус в этот удар. Рухнул Ренат Летифов, но и последовало добивание. Там, конечно, шансов у Рената просто не было. Итак, друзья, в соглавном поединке турнира бою за кубок Ивана Подобного нокаутом победу одержал боец, представляющий Хорватию, Карло Цой!